Друзья, всем привет! Вы снова смотрите канал Тактика Победы, и с вами Макс. По-прежнему играем в игру Crusader Kings 2. Да, это не Watch Dog, но тоже стратегия все-таки. Watch Dog я играю совсем на другом компьютере. На этом у меня не идет. Поэтому я о Watch Dog'е снимать видео не буду. Не буду уподобляться большинству летсплейщиков, поэтому продолжаем играть в стратегии и будем думать, постоянно этим заниматься. Некоторые подписчики пишут, чтобы я захватил остатки Польши. Это возможно, но есть такая проблема. При объявлении войны я вот де юре могу потребовать какую-то из территорий, принадлежащих мне, поскольку я являюсь царем Польши. Королем, царем. Вот. Но я не хочу территорию себе де юре. Я хочу ее фактически. То есть я вот здесь, например, в Куявии поставил своего посла, который сейчас фабрикует документы на эту территорию, чтобы я ее просто сам себе забрал. Зачем я это делаю? А затем, чтобы назначить сюда своего собственного руководителя. То есть своего собственного дворянина. Я его приглашу и сюда назначу. За это он будет меня любить, холить или леять. Вот. Чем я просто, если захвачу де юре, и этот вассал перейдет под мое крыло, но будет относиться ко мне не очень хорошо. Поэтому вот так Польшу будем захватывать по чуть-чуть, поскольку и так тут от Польши остались клочки земли. Поэтому буду на каждый кусок территории ставить своего дьяка, и он будет потихонечку готовить, фабриковать документы. А тем временем, друзья мои, будем объявлять войну Норвегии и Швейцарии. Швейцарии будем объявлять за территории, которые граничат с нами. Вот. Да и флот заодно, чтобы у нас рос и множился. Поэтому будем отнимать вот эти четыре такие хорошие земельки. И у Норвегии будем отнимать тоже прибрежную зону. Вот эту. Раз, два, три, четыре. Тоже четыре. Для этого я уже разместил здесь свою гвардию недалеко. Как видите, я ее разделил по 2000. И буквально на каждую провинцию будет по 2000 солдат. Сюда отправлю только одну, поскольку у меня всего 5 армий вышло. Одну. Но, наверное, нет, все-таки придется из ополчения сюда отправлять сразу, чтобы побыстрее все это дело захватили они и не растеряли силы. Ну вот, придется заодно поднимать здесь ополчение, как и в прошлый раз, садить на корабли. И уже с помощью кораблей курсировать по берегу. В случае нападения на мои войска, просто отправляем туда войско размером так 1015, да. Сейчас посмотрим, сколько у наших противников всего войск. Всего войск в наличии. В наличии у них, так, у шведов 7600. У Норвегии 6000. Прекрасно. Думаю, 15 тысяч карательного отряда будет достаточно, чтобы в случае чего подавить любое сопротивление нашего противника. Еще я хочу одновременно ударить по Картениду. Как видите, они откололись от... Тут было большое такое крепкое государство, но что-то произошло, и, как видите, они развалились на несколько более маленьких. Поэтому я думаю захватить еще и Картенид. В наличии у правителя
картинит. Так, смотрим войско. Всего лишь 3700. Маленькое, небольшое совсем войско. Можно посмотреть у каждого сколько... А, это общее. Так. Странно. Ну ладно. В общем, я думаю сюда отправить 10 солдат. И они спокойненько захватят эту территорию. Думаю, правители этих кусков территории, стран, не будут возражать, что мы уничтожим их соседа. Так вот. На Византии не будем еще нападать, поскольку там еще как минимум 5 лет надо отмотать. Да, растет у меня преемник. Одному 13, другому уже 14. То есть, грубо говоря, в следующем, либо через год, по-моему, 16 лет они взрослеют, да. Через 2 года уже будет состоявшийся вождь. И можно будет смело нашего короля отправлять на войны там, на охоту, чтобы его просто там прибили. Либо звери, либо во время войны кто-нибудь. Ну и будем смотреть, выбирать, кто из наших сыновей наиболее подойдет по своим показателям, по характеристикам нам в качестве преемника. А одного из них просто укокошим. Почему? Чтобы не было разделения вот этих вот земель. Я вот не хочу, чтобы вот эти территории отошли одному, другому, третьему. Полный разброс. Поскольку у меня здесь законами еще в империи, как видите, умеренная власть, я высокую власть смогу только сделать благодаря своему будущему. Но только будущий правитель сможет организовать здесь высокую власть. Да, сильную власть, простите. И тем самым мы будем менять законы. И, скорее всего, будет у нас закон по... Так, первородству. Да, скорее всего, по первородству. По старшинству я не хочу, потому что власть может перейти тому, тому правителю, над которым я не имел никакого влияния. То есть он возьмет там какой-нибудь один из родственничков, которые здесь на моей территории разэтованы, самому старшему. Мне это не хочется, поэтому первородство я считаю наиболее лучше. Конечно, есть здесь еще минорат, но это младшему сыну. Ну, я не знаю, не то. Не то, все-таки первородство есть первородство. Будем ждать, когда помрет наш вот этот правитель. Ну что ж, давайте объявлять войны, собирать флот и сюда отправлять заодно войска. Так. И будем смотреть и ориентироваться уже по ходу пьесы. Так, отправляем. Отлично. И тебе, друг мой. Вот. Так. Поиграем на 3 фронта. Где ты? Самый главный. Вот он. Также объявляем ему войну за картинит. Сразу же давайте здесь поднимем войска, чтобы нам резину не тянуть. Достаточно будет, наверное, войск, которые у нас находятся в близлежащей провинции, провинциях к этой территории. Видите, уже довольно-таки неплохо получается. Ну, наверное, еще здесь возьмем. Так. И вот так. 9000. Тем более хватит. Объединяем их вот здесь. Пусть спокойненько собираются. Надеюсь, не помрут с голоду. Тем временем мы сейчас поднимаем флот. 10 тысяч. Я думаю,
Чтобы 10 тысяч воинов можно было увести, надо как минимум флот 100 судов. Ну, будем поднимать флот весь. Поскольку... Постолько. Да, поднимаем все наши возможные корабли. Гоним их сюда. Так, тут тоже, пожалуй. А потом уже определимся, сколько сюда отправим, сколько оставим, чтобы потом наше войско также могло спокойно функционировать, плавать по данной территории. Так. Сюда, пожалуйста. К-74 аж. И здесь у меня есть флот. В Черном море. Тоже, пожалуйте, сюда. Так. Да, пусть флот маленько соберется. Как видите, тут началось брожение войск у нашего противника. Здесь еще пока нету никаких перемещений. Но посмотрим. Так, вот сейчас как раз он по речкам флот доплывет. Есть. Так, ты, друг мой, тоже плывешь. Прекрасно. Значит, по 20 суденышек мы сейчас будем отправлять. Так, 10, 11, 14. Так, 6 сюда. Сюда. Объединяем, друзей, товарищей. Следующий. Сюда у нас пойдет войско, равное 2000, да? Да. Следующий кандидат. 11 кораблей пойдет. Конечно, это все занимает время, но не страшно. Да, надо одновременно нам здесь же войска поднять. Что-то я немножечко забыл об этой ситуации. Так, вот тут придется не брать пока никого. Не знаю, здесь еще толком не наросло количество воинов, так как мы недавно захватили данные территории Польши. Поэтому будем здесь вот набирать на близлежащих. Так, тут я поднял уже. Здесь давайте поднимем сколько-нибудь. Вассалы нас будут не очень любить из-за таких манипуляций. Но ничего не поделаешь. Придется терпеть. Так, будьте добры, сюда. Все смещайтесь. В Куяве. Тем временем я пока сюда направлю очередное войско. Вот так. 22 сразу.
К нам плывут друзья-товарищи. Ну, посмотрим, как вы сможете организоваться. Что у нас еще есть? Надо мне, наверное, 14 и где-то тут 6 было, по-моему. Возьмем 2 по 11. Вот так. Сюда. Объединяем эти войска. И опять очередная партия парней пойдет. Так, прекрасно. Давайте сюда. И у нас осталось 2500. Так, вот, прекрасно. 26 кораблей как раз на данных персонажей осилят. И их мы отправляем вот сюда. Так. Все складывается пока хорошо. Здесь мы объединяем флот. 28 тысяч спокойно можем предоставить. Войско здесь все равно не поднять. Прекрасно. Очень-очень хорошо. Сделаем, пожалуй, вот так. Все, кто близко с водой, пожалуйста, давайте-ка к воде. Мы сразу их посадим на корабли. Так, вот тут оставайтесь, еще париться. Тоже сюда идите. И вы сюда. Да, сразу посадим на корабли, потом я высажу на одной из территорий их, и они спокойненько, спокойненько себе. Так, уже 1200 стоит. Прекрасно. Нет, сперва соберу карательный отряд, а потом буду высаживать войска. Да, кстати, может, здесь уже собрались? Нет, еще не собрались. Друзья, товарищи. 6000. 1500, 9000, 3000. Ну, нормально. Так, что стоим? Идем потихонечку. Все идем дружненько. Мои вассалы воюют. Ладно, пускай себе друг на дружке отрабатывают приемы. На корабли. Так, вы, друзья мои. В этот порт. Тоже на корабли. Люблю я всех по морю гонять. Быстро, четко. Довольно-таки отнимает немного времени. 11 тысяч на кораблях. Пожалуй, теперь сюда. Пока здесь все еще идут. Прекрасно, объединяем на корабли. Теперь сюда, в Ирландию. Отлично. У нас тут уже, я смотрю, идет грандиозный захват, но мы, помните, да, как это
все будет выглядеть. Просто сейчас высадим флот. И все будет прекрасно. Да, мы полностью собрали войско. Большое, сильное. Давайте-ка так. Объединяем и делим. Сразу же. Так. Да, в общем, надо отправить 1006. Вот так. Соответственно, кораблей нам надо на 6060 кораблей, правильно? Да. Будет так. Вот, сотка. Не 17 тысяч только поведется. Эх, много, значит, отправил. Давай обратно. Пусть будет 92. Теперь 19 тысяч можно разместить. Прекрасно. Ай, блин, короче, пусть будет так. Вообще, немножко торможу, но сейчас все сделаем. 21 тысяча, прекрасно. Так, 22 у меня здесь. Делим. И еще выгоняем. Так, самый слабый, самый слабый. Вот. Еще один. Вот мелкий. Да, 21. На корабли. 7000. Сорок шесть лишних. Да. Разделить. 200 много, блин. Семьдесят четыре. Пусть будет так. 7000. Нормально. А вот этих мы распускаем. Так, в атаку. Вы, друзья мои, сюда. И теперь здесь. Тут уже 5000. Но мы сейчас с этим справимся. Так, я могу одновременно саживаться. Есть, высадился. Нет, сюда. Ставить движение. Так, почему уже 1900 съели, что ли? Ну ладно. Пожалуй, так. И у нас есть тут войско.
Так, оно уже бьется, отлично. Прекрасно. Обратно на корабли. Отправляем сюда. И бьем неприятеля сразу же в ухо. Вот так. Теперь сюда. Смотрим. Я опоздал. Вот так это бывает, когда пытаешься распалить свои силы. Как видите, самонит вновь объединился. Ладно. Продолжаем захватывать свою Швейцарию и Норвегию. Ты, гад, куда пошел? Ну, ладно. Посмотрим. Сейчас мы разобьем войско нашего неприятеля. Вон гад вон туда напал. Давайте быстрее здесь. Решайте вопросы, хлопчики. Так, есть 1500 у него осталось. Ну и опять на корабль. Сюда. Проиграли. Ха, они причем. Красиво. Здесь мы тогда берем. Что у нас? Попробовать. Атаковать. А давайте. Че уж. А здесь пока не могу, потому что сильно испорченные отношения. Так, следующую группу берем и вот сюда. А этих друзей, товарищей, садим на корабли. Отправляем сюда. И потихонечку сейчас будем захватывать территорию за территорией. Причем очень быстро. Так, восстанавливайтесь быстрее. Все прекрасно. Дочурка подросла. Сифилисная. Так, а кем бы тебе стать? Будешь малышкой. Отлично. Где мои? Ой. А я корабли увел, да? Очень жаль. Придется обратно. А то погибают там, во-первых, и оспа, и все подряд. Еще помрут. Не дай бог. Так, давайте, давайте. Набираем мораль, набираем. Опять напали. Паршивцы. Самая большая территория, между прочим, вот это вот. Смотрите, какая застройка. Одна из лучших земель. Так сделаем. Раз и все. Молниеносным ударом с воды наградили нашего противника мощным ударом под дых. Сдаешься, красавчик. Так, одним противником стало меньше. На корабли.
не хватает. Теперь осталось Норвегию добить, и все, делов-то. А земли потом будем раздавать уже, как только закончим все войны. Так вот. Эх, проиграли. Ладно, будем надеяться, что здесь у нас все прекрасно. Давайте-ка 20-тысячное войско отправим на помощь. А то, как видите, мы сдаем позиции сильно. 2000 войск осталось, а у нас еще вон сколько захватывать и захватывать. Плохо. Очень плохо. Тысячное войско идет. Так, давай, ускоряйся-ка. Успел. Эх, проиграю. Проиграю. Мужик, ты вовремя. А то я уже начал терять своих доблестных и могучих воинов. Распускаем. Что ж еще остается делать? Так, это у меня, по-моему, гвардия. Да. Ну-ка, высаживай всех. Делаем вот так. Вот. Нет, не будем пока. Вот. Отлично. Значит, это войска гвардии остались. Вот. Нам еще пригодится. Да, теперь бы не мешало раздать войска. Ой, войска. Скажите, я скажу. Раздать владение. Так, это у нас что? Ага. Ну, мы это присвоим чуть позже. Давайте раздавать земли, потому что у меня там вассалы уже кипятком писают. От того, что у меня слишком много земель. Но я думаю их раздать уже в следующей серии, друзья мои. Вам всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока.